Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Дони, и сегодня мы снова играем в мобильный КРМП, и, друзья, это у нас Black Russia. Ссылка на проект есть в описании к этому ролику, заходите, играйте вместе со мной, и, ребят, также в описании находится мой промокодик, при использовании которого вы получаете очень приятные плюшки для старта игры. Ребят, чтобы ввести промокодик, нужно в чате ввести очень простую команду слэш промо, таким получается образом, далее нажимаете ОК, после этого активируете первый пункт, и здесь вводите очень простую команду хэштег Дони. Вот таким, ребята, получается образом. Далее нажимаете ввести. И, ребята, промокодик дает вам очень приятные плюшки для старта игры. Поэтому заходите, играйте вместе со мной. Ребята, у нас здесь очень большая семья. Буквально недавно у нас не было больше свободных мест в семье. Но я всех неактивных из семьи убрал. Ну, не всех, но большинство. Теперь у нас появились места, поэтому заходите. Всех, ребята, будем рады в семье видеть. Ребят, сегодня у меня очень большие планы, потому что сегодня мы посмотрим новое обновление на Black Russia. Сегодня мы посмотрим все, что ввели новенькое на Black Russia. Конечно, скорее всего, не все, но мы сегодня посмотрим новую карту, посмотрим новые тачки и так далее. Во-первых, ребята, у нас добавили обновленный Арзамас. Что это означает? Наш всем уже привычный Арзамас обновили, добавили новые растительности, добавили новые текстуры и так далее. Поэтому мы прям сходу, ребята, въезжаем в Арзамас. И просто сходу мы начинаем любоваться происходящим. Потому что здесь, друзья, обновили, я так понимаю, что очень многое. Да, просто посмотрите, это очень круто. Я просто заезжаю просто в обычный двор. Раньше вот в этих местах я катался по полям на скорости там 150-200, короче. Ну, понимаете, просто летал здесь. Потому что здесь просто были обычные ровные глади. Об этом я рассказывал в прошлом ролике по Black Russia. Вы просто посмотрите. Теперь здесь все в заборчиках, все там в растениях, в клумбах, в деревьях, в столбах. Короче, это очень круто, поэтому, ребята, за это ставьте просто жирный-жирный лайк. Скамеечки, гляньте, че, офигеть. Прям здесь целый подъезд живой, здесь есть люди. Охренеть, это круто. Это очень круто, ребята, мне это очень нравится, поэтому... Надеюсь, вам тоже. Ребята, как вам обнова? Я знаю, что среди моих, как бы, зрителей есть много тех, кто играет. И, ребята, если вы сейчас играете, да, то в комментариях оцените вообще уровень обновы вот, чисто от 1 до 10. Было бы интересно узнать чисто вот ваше мнение. И, ребят, также, разумеется, играйте вместе со мной. Ссылка на проект есть в описании. Заходите на сервак Orange именно здесь, друзья. Всех вас и я принимаю в Фому. Это, ребят, на самом деле, скорее всего, здесь можно кататься очень долго, рассматривать все дворики, потому что реально новая карта, это очень круто, стройка. В общем, ребята, обновление карты, это просто нечто, если также еще обновятся, ну, не знаю, там другие города, другие поселки, это будет очень круто, но за Арзамас, ребята, лайк, потому что в Арзамасе я провожу очень много времени, и как раз этого лично мне и не хватало, какого-то вот обновленного, обновленных текстур и так далее. А конты, в принципе, здесь вот так же. Короче, ребят, сегодня мы еще будем потихоньку смотреть новые, как бы, карты и так далее, но, ребята, у нас добавили очень много новых тачек. Сегодня мы их посмотрим. И сначала, ребята, мы начнем с автосалона низкого класса. Да, у меня есть ютуберская админка, поэтому я могу сделать все очень просто, чтобы не тянуть поездку, да, чтобы вам все быстро, ребята, показать. Мы телепортируемся в автосалон низкого класса. И давайте посмотрим, что же у нас здесь добавили. Итак, это все было. Давайте мы поменяем пока цвет. Итак, ребята, мы листаем и ищем первую новую тачку, которую добавили, получается, что на Black Russia. Это пока все было, это было, это было, это у нас тоже Priora была, BMW была, Urban был. И, ребята, первая новая тачка — это Lada Granta. Она пока всего одна в наличии. Потому что их просто скупают. Новые тачки просто, ребята, скупают по жести. Их просто их нет. Поэтому, возможно, сегодня мне как-то повезет. Я себе сегодня заберу машину, но, скорее всего, ребята, нет. Ну, посмотрим. Итак, Гранта, разгон 11.5. Максималка понятная. Но если сравнивать там с Бэхой, то, честно говоря, я бы взял бы лучше Бэху. А дальше идем. Это понятно. Марка, Мерседес, Чероки такой прикольный. Мерседес, седан. Ага.
Ну, в принципе, все получается. Я так понимаю, что здесь всего одна новая тачка. Хорошо. Идем дальше, ребята. Прямо сейчас мы телепортируемся в другой автосалон, а именно, ребята, автосалон среднего класса. Поэтому мы вылетаем, полетели. Итак, что у нас, ребята, здесь по тачкам? Опять-таки, людей очень много, все новые тачки присматривают, поэтому к тому же эти тачки уже перепродают за высокую цену, поэтому да. Итак, первая машина — это Lada Vesta SV Cross, стоит 700 тысяч рублей, и, честно говоря, нафиг она вообще нужна, если так по-честному говорить, потому что просто сравните Sky, да, и сравните Cross. Максималка никакая вообще. Разгон никакой. Ну, честно говоря, это жесть. Ну, реально, то есть цена, конечно, такая цена реально есть на SV Cross, но, блин, просто сравнивать его со Sky. Если вы катаетесь там один или с другом, я взял бы себе Sky, нафиг нужен SV Cross. А Logan, ребят, также есть. Разгон 10.1. Охренеть. Ну, как бы, да, эти машины есть в продаже, потому что, видимо, их просто пока не покупают, хотя они новые. Вот Kia Rio, вот их нет, например. Причем, что разгон, как бы, такой же, как у Vesta, плюс-минус. Максималка как бы тоже неплохая, в принципе, ну получше, чем хотя бы у Весты, но их нету в продаже вообще. А BMW — это было все, Polo вроде, Polo же, или Polo новый, нет, Polo была уже, да. Так, это дальше понятно все, это мы листаем дальше. А Патриот, ребята, а у вас Патриот тоже не покупают их, как правило, разгон вообще дикий, стоит лям 200, ну в принципе там, не знаю, типа на рыбалку поехать с друзьями, наверное, будет неплохо, но не более того. Пикап стоит дороже, но такой же вообще один в один, как обычный у вас Патриот. Так, что еще? Golf GT, X5, вот их нету, прикольная тачка. Причем, что разгон хороший, максималка хорошая, нету в наличии, и полтора мульта стоит. Я бы себе взял, ребята, я бы себе взял. Хотя, конечно, он похуже, чем Focus, например. Хотя Focus'а в наличии просто завались сколько. Но я бы себе взял такую машину покататься, прям по кайфу было бы. Так, что еще? Эва, понятно. М5 тоже в наличии нету, блин, крутая тачка. Стоит 2 мульта 100 косарей, максимальная скорость 240, разгон 4.5. Давайте сделаем тест-драйв на М5. Тачка, ну, как бы, относительно дешевая, да, то есть, ну, бюджетненькая, как бы, издалека, если посмотреть. Но, в целом, я думаю, что машинка прям кайфовая будет, поэтому, ребята, новые тачки пока тяжело поймать, потому что видите, что около автосалонов очень много людей, и все ловят, ребята, машины, поэтому, да, новые тачки пока купить почти невозможно. Но, в целом, такая неплохая бэха дрифтовая, да, в стоке, в принципе, едет неплохо. Окей, что есть еще? А можно как-то мне выйти? Спасибо. Так, что еще? Давайте мы просто пролистаем. Ставим пока. Так, это у нас Джулия, Ашка, Супра. Это все было. Ну, в принципе, ребята, все. По среднему автосалону мы закончили. Машину мы все посмотрели. В принципе, тачек реально много. Это прикольно. Причем, на самом деле, в этой обнове, что мне очень понравилось, что реально очень много машин. И есть как и дешевые, так и есть и крутые. И, ребята, время посмотреть самые крутые тачки, которые добавили на Black Rush, ребята. Это самый дорогой автосалон. И давайте посмотрим, что же у нас здесь, друзья, добавили. Просто листаем пока мы в сторону и ищем какую-нибудь первую тачку, которую новую добавили. Пока это все вроде бы было, если я не ошибаюсь. Причем машин в наличии очень много. То есть, видимо, буквально вот недавно, видимо, завезли новые машинки на сервак. Поэтому так, листаем. О, ребята, Escalade. Новый Escalade, кстати говоря, и он вроде как прикольный. Стоит, конечно, он дофига, но я скажу, что он кайфовый, ребят. Новый Escalade, он, конечно, выглядит жестко. Давайте просто мы сделаем тест-драйв, типа за 15 косарей, да. Ема, это просто чемоданище, ребята. Типа новый Cadillac, да? Слушайте, ну, я думаю, что... возможно, я себе сегодня эту машину куплю, посмотрим. У меня, конечно, есть 18 мультов, то есть денег немного, но, в принципе, он кайфовый. Да, конечно, это, ребята, просто огромный чемодан. Он в стоке, но он мне, ребята, нравится. Поэтому, да, он управляется. Гляньте, как он управляется. Он просто идеальное управление, чего? Просто он закладывает идеально.
Даже с ручником, гляньте, я жму ручник, просто на идеале машина заходит, офигенно. Окей, это мне нравится, это хорошо, ребята, эту машину мы запоминаем, на возможность сегодня мы ее даже купим, посмотрим. Давайте пока мы пролистаем полностью список, который вот мы дошли, получается, до Escalade. А, кстати, если мы сравним его с прошлым Escalade, максимальная скорость 248, разгон 64. Что новенького, ребята, Escalade? У новенького Escalade там у нас, по идее, меньше, да, разгона максимально. Максимальная скорость. Да, меньше максимальная скорость, но поэтому их, скорее всего, в наличии много, но, ребят, даже не знаю. Да, тачка прикольная, но, друзья, гляньте, как много машин-то в наличии, однако. И Мерса есть, нифига себе. Так, i8, понятно, это все было, это все было, это было. Тесла было, Урус был, Уракан был, Гелик тоже был, Ферыч был, Астон Мартин, Авентадор, Тесла X. И, ребята, вот пришло время для новых тачек. Это Майбах. 25 миллионов. 25 миллионов, и я его хочу. Да. Так, это Калинан 40 мультов и Фантом. Ребята, я хочу купить себе Майбах. Я хочу купить себе Майбах сегодня, ребята. А как мне это сделать? А как мне купить себе Майбах, ребята? А, давайте, у меня есть идея. У меня есть, ребята, идея. А что, если его можно купить через, знаете где? В разделе доната. Возможно, можно. Давайте посмотрим. Так, список транспорт, да, получается. Высокий класс. И давайте посмотрим, здесь он есть или его здесь нету. Он здесь есть. Нет, или его здесь нету? А, есть. 12500. 12500, ребята, стоит. Блин, не хватает немножко, понимаете? А-та-та-та-та. Что поделать? У меня 10 тысяч, ребята, есть на руках, получается, сейчас. Доната. А если мы просто переведем это в рубли? Давайте мы сделаем конвертация валюты. А что у меня вообще по машину, ребята? Давайте просто посмотрим. Слэш-кар я сейчас веду. Мои машины у меня здесь есть. А давайте Audi продадим. Ребята, продаем Audi. Ребят, это просто безбашенный поступок, но прямо сейчас я буду продавать Audi. Да, я буду продавать Audi R8, и я сейчас куплю себе Майбах. Я, блин, куплю себе Майбах по-любому, потому что он мне очень понравился. Так, давайте мы сведем слэш-кар, далее сейчас я загружаю, получается, так, Audi, да, на месте парковки я загружаю. Ребята, очень кайфовый Audi, но что поделать, ребята, эту машину я продаю прямо сегодня. Только знаешь, что нужно сделать? Нужно как-то снять номера. Давайте сейчас я сяду в машину сначала, снять номерной знак. Все, ребят, я снимаю номерные знаки с Audi, и сейчас я ввожу такую команду, ребята, slash sell my car. За 8800, как раз есть 18 мультов, если я продаю Audi, у меня будет 26, да, если не ошибаюсь. Ребята, я продаю Audi. Просто бау, я просто продал Audi. Вы понимаете, что я сделал? Вы понимаете, что я даже без тест-драйва это сделал, я даже не протестировал новый Майбах. Ё-моё, друзья, это просто... Короче, все. Я, ребята, врываюсь и покупаю себе, чтоб его Майбах. Просто я покупаю себе черный или белый... Нет, черный на черном Майбах. Приобрести. Да. 25 мультов, ребята. Все. Я купил себе Майбах. Я в шоке. Я просто... Давайте мы сейчас его загрузим. Так, на месте парковки. Давайте сейчас мы его отметим на радаре. Так, slash my car. Ребят, честно говоря, я не верю, что я это сделал, но... Короче... Я просто купил себе Майбах, просто пришел и потратил все свои бабки и купил себе Майбах. Ну, не все, но просто бабки уменьшаются. Итак, вводим slash car, Майбах на месте парковки загрузить. И, ребята, та-дам, я приобрел себе охренеть, что я себе купил, ребята. Я не верю в это. Так, давайте мы сейчас сделаем еще кое-что. Заходим в инвентарь, номера. Давайте повесим семерки. Да, по-любому, использовать. Повесились. Вай, вы только посмотрите, вы только на это, друзья, посмотрите, что мы сделали. Минус 25 кака, да, бро, минус 25 кака, просто это покупка Майбаха, вы понимаете? Так, фары можно как-то подрубить еще, давайте освещение, так. Вы просто посмотрите на эту тачку. Я в шоке, ребят, того, что мы сейчас сделали. Я купил себе Майбах, тачку из нового обновления, и я думаю, что ему стоит сделать стейдж. У меня осталось 2 мульта на руках. Было 18, продал Audi и купил себе Майбах. Короче, ребят, это просто безбашенный поступок, который, возможно, я не знаю, просто это было спонтанное решение. Возможно, это я сделал ошибку, но я захотел Майбах, я купил себе Майбах. Ребята, в комментариях пишите, как
правильно прокачать его, то есть какой сделать цвет на колеса и так далее, потому что, ой, понимаю, потому что, ребят, на самом деле это Maybach, его нужно будет по-любому затонировать 100%, и, ребят, короче, это круто, блин, как я, вот реально, Black Rush, ребят, такие, я их обожаю. Ребята, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока-пока.